должен обозначить свою позицию. Я бы не хотела молчать. Я бы хотела поддержать ребята, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Почему я выбрал этот парк? Это парк строителей. Тут установлен памятник жертвам политических репрессий. То есть очень символическое место для подобного рода акций. Плюс достаточно популярное место отдыха ростовчан по вечерам. Люди проходят, то есть акция не останется даже незамеченной. В краткосрочной перспективе моя акция не приведет ни к чему абсолютно. Повернуть вспять запущенную машину одной, двумя, тремя, пятью акциями невозможно. Но, возможно, кто-то увидит этот плакат, задумается, задаст вопросы, поймут, что что-то не так с этим процессом. Это будет тоже не зря все. В конце концов, иногда просто нельзя молчать. Я считаю, что несправедливо, что ребят судят за те действия, которые, по моему мнению, они не совершали. То есть то, что им приписывают, терроризм, дестабилизация обстановки, это на самом деле надуманные обвинения и дело политическое. В политической системе России просто нужно кого-то осудить, выбрали именно их. Возможно, они там каким-то образом и проявляли свои несогласия о том, что Крым присоединяет к России, но присуждать терроризм за поджог двери, даже если это сделали они, это глупо. И я считаю, что эти ребята должны быть справедливо осуждены. Как минимум судом Украины, потому что они украинские граждане.